Новости о том, что Турция сбила над Сирией российский военный самолет, обвалила российский финансовый рынок. Биржевой индекс РТС потерял 3%, МВБ 2% с лишним в первые два часа после появления этой информации. Курс рубля в отношении евро и доллара опустился до минимума за неделю. Курс евро перешел рубеж в 70 рублей. Доллар на бирже торгуется в районе 66 рублей. Инвесторы и не только российские напуганы перспективой обострения отношений России с Турцией, членом НАТО. Европейские площадки также в свободном падении. В первую очередь дешевеют бумаги авиакомпаний и туроператоров. Правда, новость об инциденте привела к росту цен на нефть на 1,3%. Баррель нефти Brent стоит более 45 долларов. Не менее нервозной обстановкой на финансовых площадках Турции. Индекс биржи Стамбула потерял 2%. Курс лиры, и без того находившийся под давлением из-за укрепления доллара к ведущим мировым валютам, ускорил падение.